Тихо. Расслабься. Очисти свой разум. Очисти весь ум. Меня зовут доктор Стивен Дойл. Ты оказался здесь, потому что твои проблемы начали выходить из-под контроля. Ты перестал нормально функционировать и овладели тобой тревожные мысли. Сейчас я использую мою авторскую терапию. Я покажу тебе фильм, который я создал. Посмотрев его, ты расскажешь мне, какие чувства он тебя возбудил. И разве заметил ты что-то там? Всех приветствую, всем приятного просмотра, и надеюсь, нам не понадобится психиатр после прохождения этой игры. Так что давайте, заварите себе чаек, вкусняшки берите, и давайте начинать. Так, нажмите ОКМ. Данные пациента. Эдвард. Возраст 41 год. Первый день, сентября. Эдвард мне известен, насколько я помню, он работал садовником в нашем районе. В ходе предварительного опроса я узнал, что пациент страдает нарушением сна, у него постоянно кошмары, он не может выспаться. И у него также потеря памяти, и иногда он не помнит, что произошло несколько дней или даже несколько часов назад. У меня есть некоторые подозрения относительно его случая, но еще слишком рано ставить диагноз. Угу, отлично. Я так понимаю, мы с вами либо психиатр, либо в кабинете у психиатра, да? Так, что здесь можно осмотреть? Ничего. Взять записку. Пациент Эдвард. Предварительный опрос. Предварительный диагноз. Ожидание результатов. Хорошо. Идемте дальше. Угу. Тест Роршиха, да, по-моему, если я не ошибаюсь. О, мячик. Поиграть можем? Нет, не можем. Фотография стоять. А почему у ребенка и у жены глаза закрашены черным? Так, ты кто? Так, птицеводство и набивка чучел птиц. Хорошо, с днем рождения, на 7 лет, дорогой Стивен. Я желаю тебе всего самого наилучшего. Папа. Папуля нам книжку подарил, да? Ну, я думаю, здесь тоже ничего не будет. Да, ничего нет. Ладно, выходим. Выходим и идем смотреть. Игрушка. И зачем она нам нужна, если мы не можем с ней взаимодействовать? Кто мне подскажет? Не люблю такие вот игры, где ты открываешь кучу ящиков, а внутри вообще ничего. Так, экспериментальный метод лечения доктора Доуэлла вызывает полемику. Закрыть. Снизу ничего нету. Ну, пошли тогда вниз.
Так, семейная трагедия. Мать и ребенок были убиты. Виновником преступления был... Кто был? Алло. Это как в фильме «Красный дракон». Помните, как он зеркала разбивал? Ладно, идемте дальше. Так, пианино. Угу, поиграть мы не можем. Записка. Уважаемая госпожа, я напоминаю вам, что вы предоставили мне свободу действий в развитии одной части сада. Я решил посадить в основном георгины. Спасибо за бесполезную информацию. Так, кто телевизор не выключил? Думаете, я миллионер? Лампы везде включены. Знаете, сколько сейчас электричество стоит? Давайте осмотримся, что здесь у нас есть еще. Ничего, ничего. Моя любовь, выключи телевизор. Надвигается гроза. Слышь, любимая, а ты где? Зайка. А ты где там? Улё. Так, Эмилия Чез разговаривает с доктором Стивеном. Не, это Арчи. Доктор Стивен недоступен. Чё? А мы что? Кто? А каким? Так, пациент Эдвард, 41 год, 11 сентября. Пациент рассказывает мне свои сонные мечты, в которых он пытается убить свою жену и ребенка. Он сказал мне раньше, что он холостяк и ничего не говорил о детях. Может быть, какие-то травматические воспоминания с детства? Мне нужно знать это во время следующего сеанса. Однако это более сложный случай, чем я думал. Некоторые симптомы будут указывать на то, что он что-то там болен, да? Но только моя догадка. Я должен проконсультироваться с моим другом Авраамом. Линкольном? Так, игра. Почему я оказался здесь, а не дома? Текст. Дорогой Авраам. 41 год. Он рассказывает мне кошмары, которые... Все время мучает его единственный сон. Угу, спасибо большое. Так, не туда нажал. Хорошо, открыть. Ничего нету. Записка, текст. Пока все еще не ясно. Пожалуйста, придите в морг, помогите идентифицировать умершего. Хорошо, давайте придем в морг. А где он находится? И нету здесь ли больше ничего интересного? Нет, по-моему, нету. Все, открываем пошире. Давайте осмотримся, можем ли мы тут еще что-то открывать с вами. Закрыто. Жесть. Представляете, это количество мух. Так, прыгать я тут не могу, к сожалению. Не кликабельно. Хорошо, я так понимаю, нам в лифт. Поехали в морг. Как там в песне было? Преисполненный восторгом, просыпаясь в морге я. Песенка «Грани алкоголики». Кто не слушал, можете послушать. Так, открыть. Открыть. На F фонарика нету. Ёб твою, кто это? Мужчина? Кто вы? Так, уточка. Хорошо, и птичка спит. Отлей. Окей, не будем будить. Тут закрыто. Хорошо, давай пробежимся. Открыть. Опять тест. Паровозик Томас, да?
Божечка, можно было сделать еще темнее эту игру? Так, ключ к ее сердцу находится там, где вы начали свое путешествие. Ага. Я так понимаю, нам нужно будет вернуться назад, да? Там, где мы начали свое путешествие. То есть в кабинете где-то должен быть... Ёб твою! Сука, испугал дядю. Нужно будет сейчас вернуться, я так и понимаю, наверх. Потому что пароля, к сожалению, я не знаю. Что-то пока непонятно, да? По поводу этой игры. Я понимаю, что это только начало. И еще... Сука. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ты чего? О, блядь. О чем это я? Не знаю, я уже забыл. Падла, как же меня бесят эти скримеры ради скримеров. Ага, то есть ты думаешь, я туда сейчас зайду, да? Ладно. Так, да и вода, это пароль. Так. Проверить зрение. Кабинет номер 6. Хорошо. Давай проверим зрение. Кабинет номер 6. Где наш кабинет? Вот это вот, да, она. Проверить зрение. Тут, значит, где-то должен быть... Пароль 629. Вот пароль. Хорошо, хорошо. 629. Побежали вниз. Побежали вниз. Падла, кажется, меня бесит кримеры в играх. Они везде, там где надо и не надо, понимаешь? 129, да? Давайте, наверное, пробежимся. По-быстрому. Так, 6, 2, 9. Шикарно. Так, мистер Бабайка. Where are you? Ага. Ну все, 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 все. Ёб твою. Давай до свечки вот сюда. Так, тест. Нет сходства. Хорошо. Донде стала библиотека? Так, надеюсь, я... Ага, понял. Ёб твою. Я ни хера не вижу, ребят. Что нужно? Где-то тут свет был. Все? Конечно. Так, мышкой вниз, да? Ага, вот сюда. Нужно к свету. Не? Ага, мышка нужна влево-вправо. Хорошо. Давай попробуем еще раз. Блин, а что я подумал, что нам нужно на свет лететь? Ну ладно. Летим тогда вот сюда. Так, я летаю во сне, ребят. И долго нам так лететь?
Тут на шип не где ускорения нету. О, все. Походу мы нашли выход. Не, я знаю, я сейчас возьму трубку и начнется. Милый, пожалуйста, возьми его под свой контроль. Интересно, а кого его? Что вообще здесь происходит? Так, а я... Такие, извиняюсь, а можно мне фонарик какой-то? И кто там плачет? Закрыто. UF1. Нет, ничего нельзя. Никак взаимодействовать. Просто если, ребята, сейчас яркость тут сделаю больше, мы вообще ничего не увидим. Так что, наверное, придется вот таким вот образом ходить. Слышь, мужик. Алло, что тут происходит? Можешь мне объяснить, пожалуйста? Тебе не должно быть здесь. Серьезно? Ты меня лопатой еще кинул? Ля, ты крыса. Так, музыка началась. Я так понимаю, нам нужно будет сейчас убежать, да, отсюда? Да, мы забрали ключик. И забрали уточку. Ладно, побежали, ключик есть. Значит, сможем открыть с вами дверку. Но инвентаря как такового здесь нету. Но ничего нажимать я не могу. Ни на фонарик, ни инвентаря. Ёб твою сука. Вообще не страшно. Этот, о чем я тут? Да, инвентаря тут и фонарика нету, к сожалению. Ладно. Побежали. Так, кто тут плачет? Папа, поиграй со мной. Да, давай, зайчик. В мячик хочешь поиграть? Так, свидетельство о смерти. Имя, фамилия, Теодор. Возраст 7. Душье во сне. Хорошо. Папа, почему ты позволил ему? Кому ему? Что позволил? Во сне тебя задушить? Ну, я ж не знаю, может... Может, ты баловался. Сука. Как же вы меня бесите. Да пошли вы нахер, слышь, я не буду в такое играть. Все. Этот гребаный бред. Папа. Папа, он здесь. Он вернулся. Кто он? Почему нельзя назвать имя сразу же? Сказать, мужик соседнего дома пришел сюда. Нет, надо тут загадками говорить. Мы с вами в детской комнатке, да? Игрушки, игрушки, очередная записка. Теодор очень талантливый ребенок. Он очень спокоен и проявляет черты мечтателя. Единственное, что меня беспокоит, это тень кого-то... А, какого-то лица, которое появляется на рисунках мальчика. Наверное, это герой комиксов или другой персонаж. Это, конечно же, не опасно. Не-не-не, не опасно. Он всего лишь задушит его во сне, так. Так, ничего опасного нету. Так, что здесь у нас? Больше ничего нету. Предлагаю выходить. Ага. Не, ну это не страшно. Сука. А это уже страшно. Так, и свет в темноте светится. И темнота... Ага, то есть нам нужно будет сейчас с вами выключить свет, правильно я понимаю? Или нет?
или что нам нужно. Так, уважаемая госпожа, я очень рад, что вам понравился моя цветочная композиция. Я получил ваши замечания. Так, и рекомендации я посажу, как мне было поручено. Хорошо. Можешь посадить, только нет предохранителя. Я понял, мы сейчас с вами будем искать предохранитель, правильно я понимаю? Так, а что за лаги? Что за подвисание? О, здорово. Здорово, Сплинтер. Слышь, а ты не видел этот предохранитель? Угу. Уточка. Это что такое? Понял, наверное, очередная головолу... Ага, стой. Вверх-вниз. Влево-вправо, да? Вверх-вниз, влево-вправо. Как крутить? Игра? Как мне взаимодействовать? Как мне взаимодействовать? Ни на кнопочку, ни на F-очку, ни на... Ладно, наверное, нужно будет сейчас найти ключ на 12, да? И только потом мы сможем, правильно я понимаю? Так, дайте сесть поудобнее и посмотреть. О, вот и предохранители. Ага, и сейчас свет выключится, да, везде? Динозавр. Так, дорогой Стивен, у моей жены все в порядке. По-старому, давай перейдем к сути дела. Ты должен помнить, что у нас был похожий случай. Это был вопрос, в котором ты принимал активное участие. Мы перегружены работой. Ты мог забыть об этом. Я думаю, ты должен с помощью... внушение поможет своему пациенту закончить сон. Гипноз может быть немного инвазивным. Попытайтесь спросить его о прошлом. Угу. Хорошо. Но я так понял, гипноз не помог, да? Так. Вот здесь нужно будет сейчас управлять, да. Так. Вверх-вниз. И вот сюда. Не вот сюда. Все, мы молодцы, мы справились. Блин, жалко крыску. Пострадала. Так. Игра, но если я сейчас выйду в эту дверь и будет очередной скример, я тебя, падла, удалю, я тебе серьезно говорю. Все, прекращай. Прекращай издеваться над дядей. Есть, шикарно. Мы с вами что-то сделали. Ага, и вот лестница, да? Ага, на которую я не могу зайти. Выйти не могу. В комнате ничего нету. А здесь у нас с вами... тоже хер пойми, что, да? Так, пациент Эдди, 41 год. Обращаюсь к моему другу Аврааму. Я отметил, что Эдди страдает очень легким раздвоением личности. Остальная часть личности еще не обнаружилась и не контролирует его. Только потеря памяти, легкие тики. Я должен подумать о виде терапии, которую я использую. Слышь, доктор, ты пока местом терапию свою делаешь, он за нами все охотится, правильно я понимаю? И что тут нужно делать? Куда идти? Чем заниматься? Закрыто, закрыто. Здесь тоже ничего. Ну, картинку мы видели. Ага. Улё? Улё, улё. Привет, Стивен. Ты там? Стивен? Это Эдди. Эдди Мерфи.
Как тебе моя поездка в Америку 2? Скажи, говнище полное. Хотя украсть небоскреб с ним прикольный. Божечки, игра 1920 года, а прогрузка, такое чувствую. Как будто тут терабайтов 700 у него. Как красиво. Папа, я потерялся. Мне было очень грустно. Я потерял фигурки. Найди их для меня, пожалуйста. Слышь, а что у тебя за голосом? Фигурки он потерял. Так, бонжур. Мистер Бабайка. Здорово. Ля, а ну, ваши ставки, господа, если я сейчас возьму эту куклу. Меня сзади вилочкой в пупочек ударит, либо нет, как думаете? Так. Забрать. Вроде не. Ага. Так, фотография не кликабельная, здесь ничего не кликабельное. Так, извините, а можно выключить музыку? Спасибо. Так, картинки. Картинки. Все, это все игрушки, которые мы нашли. Или будут еще... Походу, все, походу домой. По привычке, как в пабге, влево-право хожу, чтобы не попали в меня по рекам. А у вас было такое, что вы играете какую-то игру и предыдущих игр начинаете делать то же самое? Так, зрение проверить нужно будет. Походу нет, да? Угу. Божечки, что там происходит? Так, открыть. Диктофон. Пациент Эдди, 41 год. День. Узнав о трагическом прошлом Эдди, домашние насилия и патологии, я решил использовать менее инвазивное лечение. Гипноз не будет нужен. Справиться с прошлыми сонными мечтами в сочетании с штандом должен принести результат. На мой взгляд, завершение сонной мечты, то есть убийство жены ребенка, может вновь обвинить личность в одну. Остается только ждать и наблюдать. Шикарно. То есть нужно позволить ему это сделать, да? Чтобы он пришел в себя. Хорошо. Так, дорогой Стивен, анализируя твои предыдущие письма и наблюдая, я думаю, что проблема касается размытой. Я прошу тебя подумать еще раз и беспокоюсь о тебе и твоей семье. Когда я вернусь, я посещу тебя, и мы спокойно поговорим. Отправь свою жену где-нибудь с ребенком, обеспечим безопасность. Угу. Так все-таки чью жену и ребенка вы задушили, нашу, либо от этого вот, либо Эдди Мерфи? Хорошо, дальше что нам нужно делать? Что нам нужно дальше делать? Ага, ля, та ты шо, пошли вниз. Раньше, по-моему, этого прохода здесь не было, либо был закрытый. Так, бонжур. Донде стала библиотека? Вот это работники, вот это я понимаю. Вообще никого. Так, новость дня. В результате расследования местная полиция установила, что жестокое убийство семьи известного психолога совершил местный садовник Эдвард. Эдвард С.
Так, хорошо. То есть мы все это как его психолог. У нас был пациент-садовник, да? Я его убил, получается, жену и ребенка. Я нихера не понимаю. Не-не-не, тут нормально, тут я не испугался. Тут я не испугался. Угу, закрыто. О, бонжур. Серьезно, мы будем сейчас копаться в этом? Ладно. Сука. А тут было немножечко неожиданно. Как неожиданно и приятно. Прикольная мелодия. Нагнетающая такая, да? Все, можем уходить. Да, здесь вообще ручки нету. Но судя по тому, что мы здесь все с вами облутали, и по идее здесь уже ничего не должно быть, правильно? Ну да, ничего и никого. Нам, погоди. Ага, вот оно. Все, теперь точно походу все мы обыскали. Ага, да. О, здорово. Не-не-не, меня не испугать. А, даже так. Ёб твою, беги, беги. Жесть. Так, что нужно делать? Мы взлетаем? Или что это? Так, надеюсь, эта штука будет бесконечная. Хочу себе 10-часовую версию такую. Не, я не хочу брать. Спасибо, конечно, но я не хочу. Так, ребят, давайте, наверное, на этом, в принципе, серию закончим. Будет вот такая вот коротенькая. Не знаю, по поводу игрушки. Решать вам. Если будут лайки, комментарии, что типа, давай, реши до конца, я пройду, я пройду. Если нет, то, в принципе, можно на этом будет и заканчивать. Так что все зависит от вас. Все, всем пока-пока, да потом. И если что, пишите.